Уважаемые любители гурбасаров, уважаемые любители чабанских собак, сегодняшний разговор будет о нашем щенке Бозгае, о дальнем имбридинге и о некоторых аспектах имбридинга, которые должны делать профессионалы. Вот перед вами щенок 9-месячный Бозгая. Он не такой уж крупный, поэтому дальний имбридинг. Но наша цель не создавать мастодонтов, а создавать своих собак, восстанавливать своих собак. Собак, которые испокон веков охраняли наши пастбища, охраняли имущество наших людей. И этих собак нужно восстанавливать. Аборигены собаки Азербайджана, которые испокон веков ценились нашими дедами, отцами, любителями, а также хозяйственными фермерами. Вы знаете, что сейчас очень много изменилось в собаководстве, особенно чабанских собаков. Появились новые линии рингерские собаки, бойцовые собаки, они совсем другие. А собаки на пастбище, которые охраняют, значит, стадо, они тоже совсем другие. То есть функциональные обязанности собак изменились. А также собаки на охране, которые охраняют фермы, они тоже совсем другие. То есть сейчас все моды изменились, моды пошли на больших собак. Наша цель — восстанавливать нашу породу, то есть сохранить, что есть в руках. Поэтому мы часто идем на имбриндинг. Звали Бозгая 9 месяцев. Он 73-74 в холке. Сейчас он себя сужает. Неплохой, для нас нормально. Дальний имбриндинг. Фактически внука Нештара, сына Чара, мы повязали внуком Саймаза. То есть он, видно, что его конституция, щенячья конституция, вот его зубы. Для 9 месяцев неплохие зубы. Думаю, что еще будет развиваться. Куда с набалем? То есть один зуб у него уже поврежденный, он неспокойный щенок, на одном месте не стоит. Длина неплохая, рост пока отстает, то есть, но наша цель, опять говорю, он как племенной будет для нас, потому что имбридинг, дальний имбридинг. Поэтому мы совсем относимся к Бозгае по-другому. То есть мы еще будем его проверять. Первый тест на него будет год-три месяца с дедушкой, старым Саймазом. После первого теста мы определим, он пригоден для нашего дальнейшего, значит, племенной работы или нет. Ну, не очень видно, что щенячий у него вид. То есть пока как заводчика он меня устраивает. Дальше как будет, пока не знаю. Я хочу рассказать сегодня еще об имбридинге. Заводчик пару раз прибегает к имбридингу, чтобы сохранить свою линию, чтобы усилить. Сейчас сегодня большая опасность для нас — это привозные собаки. Очень много в Азербайджан приходят привозные собаки из Дагестана, из СНГ, из других стран. Только по данным таможенного комитета, сейчас у нас только в этом году в Азербайджан больше 100 собак, взрослых собак привезли, я еще щенков не говорил. Это все опасность, они делают вязку нашим аборигенным собакам, и мы теряем свою породу. Но несмотря на то, что эти опасности есть, у нас в обществе появились много молодые ребята, которые ценят свою породу, они начали работать как заводчики. Помогаем им. Недавно мы отправили дочку, значит, Портоса на пастбище. Я попросил один овсянкал.
освобожденных территориях создаются сейчас пастбища, фермерные хозяйства. Они попросили отдать суку, я отдал, но попросил, что контролировать, отдать пристогонные вовремя, прививки делать. Вы знаете, что сейчас освобожденных территориях Азербайджана, Карабахе и прилегающих районов ведется благодаря нашему президенту достаточно титаническая работа. Фактически восстанавливаются все инфраструктуры, восстанавливаются сельское хозяйство, восстанавливаются дороги. И сейчас Азербайджан после этих успехов будет наращивать сельское хозяйство, развивать сельское хозяйство. А сельское хозяйство, вы знаете, важная роль играет овцеводство и скотоводство. А где овцеводство, там и нужны собаки. Потому что территория Карабаха, особенно Кербаджанский район и другие районы, там очень много на пастбищах разных хищных зверей. Без собак нашим чабанам там не обойдется. Поэтому мы дочку Артоса отдали с большим удовольствием, пускай работает. И дальше будем это дело развивать. Значит, хочу отметить, что наши собаководы в последнее время, любители гурбасаров, делают большие успехи. Я хочу отметить, значит, Нурлана, отметить Алтая, отметить Эльмира и других наших близких ребят, отметить Эльчина, который держит линию Хапура, и других ребят, которые старательно чисто занимаются своими собаками, своими линиями, только просят иногда, чтобы укрепить линию и развивать суд. То есть это хорошее явление, меня радует, потому что молодые начали ценить наших аборигенных собак, гурбасаров. А это самое главное. Я хочу отметить успехи отца Бозгаи, младшего Саймаза в Сибири. Он успешно прошел тесты, а также успешно прошел тесты наш Бозгая, Боздар, который считается единственным тяжелым весом наш гурбасар, то есть в моем линии. А остальные будем на Бозгаю ставку делать, надеяться, как он себя поведет, как он будет себя вести. В этом плане нужно работать, нужно развиваться, нужно собаками заниматься. То есть это непростая вещь, держать собаку и отдавать ему хлеб, держать на цепи, это не дело. Собака нужно гулять, собака нужно говорить, собака должна полслова понимать хозяина, как на пастбище наши чабаны. Полслова смотрит на собаки, собаки останавливаются. То есть это годами вырабатывается. Я хочу отметить наши традиции, потому что наши чабаны всегда ценили наших собак. Правда, я хочу отметить Туркмению опять. Туркмения сейчас лидер по сохранению своих собак, а также своих национальных ценностей, особенно афро-текинскую скотуна, я хочу отметить, Алабая и других сельскохозяйственных культур, также животных. Сейчас идет восстановление казахского табета, идет восстановление таджикского аборигенной собаки, узбекского бурибасара, грузинского нагази. Все народы свои аборигенные собак ценят и стараются их восстановить. И наша цель, естественно, восстановить и сохранить нашу аборигенную породу, которая досталась от наших прадедов, дедов. Поэтому нужно работать, нужно развиваться, нужно отдавать хороших щенков хорошим рукам, хорошим заводчикам. И в будущем это все у нас записывается в племенной книге. У нас есть племенная книга. Скоро будет вторая партия паспортизации. Мы будем паспортизировать своих собак. Паспорта находятся на развитии, то есть готовности. В этом плане я еще хочу отметить людей, которые помогают нашему обществу. Это ветеринары, это клубы. А хочу отметить кандидата наук Азер Мэлим Ишахина, который у них 20 января есть ветеринарная аптека.
они всем помогают. Там оптовая и цена недорогая. И они не устают давать консультации всем клиентам, не только по собакам и другим животным. То есть эти два ученых открыли магазин, ветеринарную аптеку. И не только как магазин, они еще действуют как консультанты и помогают. Я хочу их отметить, их благодарить. Они всегда нам дают прививки, нормальную цену. Хочу отметить ветеринара Азиза, моего старого друга. Хочу отметить Руфата и Аллу, которые у них своя клиника, тоже помогают всем. Они профессионально делают операции. Хочу отметить и других людей, которые нам помогают в разведении нашего национального достояния аборигенного бульбасара. Опять я возвращаюсь в Бозгалея. Бозгалея цвет был серым, сейчас он постепенно желтеет. А желтизна идет от отца. Отец был у него волосами масса чисто рыжий, желтый, а мать серая. Естественно, мать была маленькая, но очень серьезный характер. Отец, как говорится, в Сибири, благодаря нашему другу Раминю, он прошел успешные тесты и готовится к серьезным тестам. Еще раз хочу отметить всех людей, которые нам помогают. Сегодня я кратко рассказал просто об Озгае, рассказал о имбриндинге, рассказал о людях, которые нам помогают. Дальнейших наших разговоров мы тронем большие проблемы, которые стоят перед собаководством Азербайджана. И, естественно, хотелось нам, чтобы сохранение аборигенных собак нам помогало государство, соответствующие государственные органы, потому что без помощи государства мы не можем добиться серьезных успехов. Я еще хочу отметить наших турецких коллег, Лите Акинабоза, который создал отдельную линию Кангала, БОС. Он нам помогает, он будет помогать и дальше по развитию и сохранению нашего гурбасара, а также он будет везде нашу собаку рекламировать, говорить о нашей собаке и регистрировать некоторых важных клубов в Турции. На сегодняшний разговор, я считаю, что смог, я сказал, но в будущем у нас будут многие разговоры, особенно по нашим гурбасарам, которые будут делать успехи. Впервые у нас гурбасар вышел в Сибирь, Алсай Мас, он там очень лучше показал, и российские собаководы, то есть кандисты, очень ценят Саймаза. И, естественно, Боздарта. В будущем мы планируем сейчас. У нас была вязка старый Саймаз и Бестер, мать Бозгаи. Опять имбриндинг, но тоже дальний имбриндинг. Цель сохранить эту линию, то есть сохранить линию Чара и старого Басара. И ни в коем случае туда не добавлять никакие примеси. Сейчас, вы знаете, бойчатники, собаки бойчатников, очень много там пресси. Дог сидит, пит сидит. Не знаю, Алабай сидит, Кангал сидит. Все эти вещи очень опасные для наших аборигенных собак. Поэтому еще раз я призываю наших молодых любителей гурбасаров не повязывать привозными собаками своих собак. Лучше искать, чуть поздно, но повязать настоящими аборигенными собаками, которые очень мало осталось, но есть. В наших пастбищах это есть. Нужно искать заводчиков, сыновей старых заводчиков, с ними говорить, узнать линию и так далее. Всем успехов, удачи, желаю, чтобы все было всем прекрасно. Спасибо.